Последние пару месяцев детектив Мопский настойчиво шел по следу Маламутски. Он решил, что в этот раз выпрыгнет из штанов, но поставит точку в этой истории безжалостного кровопролития. «Думал, что сможешь скрыться от меня на своей родине, Маламутски? Не тут-то было. Никакая Сибирь не остановит меня. Не будь я детективом, Мопски. Я готов еще полгода жрать медведей, впавших в спячку. Но лучше бы тебе найтись побыстрее. Мои лапки с каждой минутой холодеют, а получать ледяными лапками по лицу — не самая комфортная процедура. Секундочку, я узнаю этот запах из тысячи. Суши бараночки, Маламутски!» «Так вот, где ты прячешься, волосатый подлец! Ничего себе небоскребище!» Пред пучеглазым взором Мопски, словно мираж, возникло некое высочайшее строение. Кажется, его нюх привел его в правильное место. «Теперь-то ты от меня никуда не денешься!» Мопски постучал. «Никого нет дома!» «Это курьер Додо Птицы! Примите доставку горячей птицы!» «Я не заказывал!» «А какая птица?» Я не знаю. 4 сыча и маргарябчик». «Оставьте у двери!» «Хорошо. С вас 2500». «Сколько? Вы чего там охреня?» «Купился. Проглот наивный». «Мопски, как ты меня нашел?» «Это было несложно. Ты метил кусты через каждые 10 метров». «Да, нехилый же ты себе коттеджик отгрохал. Наворованные деньги?» «Это вилла моего брата, Хакски, которого, между прочим, ты убил!» «Я не виновен, я был не в себе. Во мне сидела сущность в виде гномика, но наутро у меня вышла черепаха, и я полностью излечился». «Плевал я на Хакски, он был отвратительным братом. Однажды он пометил дерево, я подошел и пометил сверху. А он украдкой вернулся и еще раз пометил сверху. А так не делается, ведь было уже бито. Это подлый и запрещенный прием». «Ой, аж мурашки в жилах стынут». «Но больше всего я тебе не прощу того, что ты убил его до того, как он отдал мне косарь долга. Тогда он сел на мой пенек и по всем понятиям должен был заплатить аренду. Но теперь, благодаря тебе, уже никогда не отдаст». «Погоди. Так все это ради косаря? Вся эта кровная вражда, все эти покушения и преступления? А что, если я прямо сейчас отдам тебе эти деньги? Это положит конец нашим распрям?» «Я мог бы это принять, но дело в том, что за все это время накапали проценты, и долг теперь стал 1011 рублей». «Что? 1011 рублей? Ну это уже наглость, Маламутски! Готовься к смерти!» Мопски выхватил пистолет и выстрелил. «Что такое, Мопски? Промазал? Лапки от холода дрожат. Ты совершил очень большую ошибку. Своим выстрелом ты вызвал сход лавины». «Что? Какая лавина?» «Удачно убежать от нее, коротколапый». «Какого черта?» «Счастливо оставаться, придурок!» «Этого я не предусмотрел. Сохрани меня, уголовный кодекс!» «Маламутски, длиннолапый алчный подлец, это еще не конец. От меня так легко не избавиться. Пусть я не такой пушистый, зато я жилистый и юркий. И я найду тебя! О, черт, опять?»